В столице Чувашии отныне будут действовать новые правила благоустройства. Сегодня их утвердили городские депутаты. О том, что это значит для города, Ольга Пырочкина. Новые правила благоустройства города Чебоксара – один из основных документов столицы республики размером 80 листов. В целом, в правилах отражены современные требования к формированию комфортной городской среды. Какой должна быть реклама, чтобы она не портила облик исторических зданий? Какие деревья следует сажать на той или иной территории? Как должны быть оборудованы родники? С одной стороны, новые правила отвечают на тысячи вопросов. С другой, увы, оставляют городские власти беспомощными. К примеру, перед теми, кто паркуется на газонах или бросает старые автомобили зимовать во дворах. С парковками на газоне там вообще очень сложная ситуация. До сих пор не принято еще и федеральное законодательство в этом плане. Сами депутаты надеялись на то, что в этих правилах мы пропишем так, чтобы можно было потом со временем и уже штрафовать, и применять определенные санкции какие-то к нарушителям. Но сейчас мы не можем это сделать. К сожалению, должен сказать, что это можно считать лишь только первым шагом на пути к тем правилам, которые бы удовлетворили всех. Ибо на обсуждение нашей комиссии по городскому хозяйству мы с коллегами столкнулись с рядом вопросов, на которые разработчики этих правил, к сожалению, нам полностью ответить не смогли. По требованию контейнерных площадок, например, по содержанию газонов, например, к сожалению, мы сейчас не имеем возможности законной избавлять жителей нашего города от того автомобильного хлама, который загромождают проезды к подъездам, загромождают дороги. Так или иначе, плюсов для города в новом документе народные избранники, судя по всему, нашли больше. Большинством голосов правила благоустройства утверждены. Ольга Пырочкина, Арана Гавелян, Республика.